Привет! А вы на канале Просто Техника. В последнее время начинают набирать популярность вот такие портативные проекторы. И сегодня у нас на обзоре именно такой проектор от бренда VZATCO. Модель называется A8. Секрет размера таких проекторов – это технология, по которой они работают. Называется она DLP. За счет такой технологии можно делать проекторы небольших размеров, а также они менее шумные, чем обычные проекторы. У такой технологии есть как плюсы, так и минусы, и в этом ролике я попытаюсь все поподробнее вам рассказать. Давайте начнем обзор с внешнего вида и комплектации, потом покажу его функционал, посмотрим картинку и проверим, как он показывает в сравнении с обычными LED-проекторами. Проектор идет вот такой симпатичной коробке. В комплекте идет, конечно же, сам проектор, блок питания на 12 вольт, HDMI и пульт управления. Проектор действительно очень маленький. Я такой проектор, если честно, вижу первый раз. Посмотрите рядом с ним, как смотрится 11 Pro Max. И интересно, что размер линзы у него такой же, как у камеры у 11 Pro Max. Вот так у нас 7 сантиметров, вот так у нас 11 сантиметров. Итак, это портативный проектор, и у него есть аккумулятор. Аккумулятор идет на 7000 мАч. Интересно, что такого аккумулятора, как заявляет производитель, хватает на час работы в максимальном режиме яркости и на 2 часа в минимальном режиме яркости. В принципе, ну, на час посмотреть в максимальном режиме, ну, особо даже и фильма не хватит. Фильм будет идти как минимум 1,5 часа, поэтому тут как-то я не совсем понял прикола. Второе – это разъем зарядки. Он идет вот такой. Но если он портативный, почему вы не сделали USB или micro-USB, чтобы можно было заряжать от пауэрбанка? То есть заряжать вы можете только от такой зарядки. Она идет на 12 вольт вот с таким разъемом. Вот, естественно, вот тут момент как-то портативности я не почувствовал. Мне кажется, не продумали, потому что, имея вот эту логику, что он портативный, нужно было ее как-то, ну, продолжать, что это портативное устройство, и делать возможность зарядки с пауэрбанка. Здесь такой возможности нет. Дальше по разъему идет HDMI, в комплекте кабель идет, а USB вы можете сюда вставлять флешку, ИК-порт вы можете управлять пультом управления, вы можете подключать наушники, это кнопка включения. Снизу есть резьба, то есть вы можете ее накрутить и повесить либо под потолок, либо поставить на штатив. Интересен вот этот момент, в принципе, мне реально понравился, это тачпад. То есть вы можете управлять сенсорно. Если он у вас в доступности, недалеко, то удобно, сразу можно это как мышкой увеличивать громкость, кнопка дома, то есть как в смартфоне. Один в один, полностью управление как в смартфоне. И самое интересное, что когда он включается, написано «загрузка телефона». То есть, в принципе, он определяется как телефон. Итак, ребят, вот мы подключили проектор, давайте начнем с оболочки и по порядку. Значит, оболочка, здесь идет Android 9, он идет с операционкой. Визуально выглядит как бюджетный Android приставки. По железу я скачал AIDA 64, сейчас вам покажу, что у нас за железо. Итак, процессор здесь идет Cortex A7, это очень старенький процессор, частотой 1200 МГц, то есть частота тоже слабоватая. И графический ускоритель Mali 400, который выдает разрешение экрана 1280 на 720. И честно, разрешения мне не хватает, то есть я вижу квадратики, когда чем больше диагональ, то есть чем больше вы отдаляете проектор, чтобы он становился больше, тем больше видны будут квадратики. Что можно похвалить, так это то, что здесь идет два сетевых модуля, то есть он может работать на двух частотах, на 2,4 и на 5 ГГц. И это хорошо, если хороший роутер. По настройкам. Здесь настройки сети понятно. Настройки Bluetooth вы можете подключать оборудование. Нравится, что этот проектор можно использовать как Bluetooth-колонку. Здесь два динамика по 5 Вт, и в принципе можно использовать как Bluetooth-колонку. Дальше, настройки проецирования. Вы здесь можете выбирать проекцию, то есть если вы будете его вешать вверх ногами, вы можете его перевернуть. Коррекция проекции. Мне очень понравилась автокоррекция, то есть если я буду менять угол, он автоматически, видите, вот сейчас, оп, поменял, оп. Он очень быстро и автоматически меняет проекцию. Он это делает сам. В принципе, вот эта штука мне понравилась. Либо вы можете это делать вручную. Регулировка яркости. В
принципе, если мы ее уменьшим сильно, ну, тогда весь кайф пропадет. Цветовая температура стандартная, теплый, холодный. И 5 режимов скорости вентилятора. По поводу скорости вентилятора работает по звуку как ноутбук. То есть вот где-то такой же уровень шума. Он очень тихий. И, кстати, плюс такой технологии DLP, что не нужно сильное охлаждение. И действительно сам проектор холодный, и шумит он, в принципе, действительно как обычный ноутбук. То есть здесь в этом плане все хорошо. И масштабирование. Здесь вы можете, даже вот я сейчас с метра, я уменьшил на минимум, вот на максимум. Вот сейчас на максимум мы получили чуть больше 43-й диагонали. То есть было чуть больше 32-й, сейчас стало чуть больше 43-й. Расстояние где-то чуть больше метра. То есть, в принципе, с 2 метров у нас где-то чуть больше 55-й. Ну и выше, где-то на 3 метрах у нас получается 100-я диагональ. Плюс-минус. Здесь идет встроенный AirPlay, встроенный Miracast, то есть вы можете делать дубликат вашего смартфона, либо планшета, либо компьютера, делать какие-то презентации, то есть в этом плане все довольно-таки неплохо. Опять же повторюсь, он хорошо, что он яркий. У него есть проблемы с контрастностью, но с яркостью он ярче будет, чем самый дешевый проектор LED-типа. Давайте все поподробнее и покажу картинку. Ну и последнее по смарту, что хочется сказать. Можно легко ставить сторонние приложения. Я тестировал Vplay, 4Player, Fry TV. Он, в принципе, тянет, торренты тянет. Он не тянет 4К. То есть максимум, что может этот проектор, это Full HD. 4К, я пробовал 20 гигабайт, он зависает. То есть железо не справляется с 4К. Максимально это Full HD разрешение. Итак, вот у нас YouTube. Сейчас я включу какой-нибудь ролик, допустим, футбол. И что интересно, видите, да, комната освещена и видно, что стенка светлая. С небольшого расстояния, сейчас, повторюсь, чуть больше метра, где-то 1,20 м, здесь около 43-й диагонали, яркости хватает. Но не хватает контрастности, не хватает резкости. Но резкости не хватает из-за слабого разрешения, а контрастности не хватает из-за принципа его работы. Здесь, в принципе, идет вот такое колесо, которое имеет 3 цвета, красный, зеленый, синий, и также пропуск в виде белого цвета, которое пропускает. И цвета подаются поочередно на проектор, на стенку. И наш мозг уже сам их смешивает из-за принципа нашего зрения. То есть подается вот так вот быстро 3 цвета, красный, зеленый, синий, и наш мозг его смешивает. В обычном проекторе эти цвета смешиваются в самом проекторе и уже подается цветная картинка. А в DLP проекторах подается быстро 3 сразу картинки, красная, зеленая, синяя, и мы уже сами ее воспроизводим. Из минусов такой технологии первое, это то, что есть эффект радуги. Если быстрая картинка, либо быстро провести глазами, мелькает 3 цвета, красный, зеленый, синий. То есть мы видим вот этот момент. То есть это вот иногда бывает у каждого по-разному, в зависимости от зрения, это все индивидуально, но эффект радуги у DLP проекторов есть, в отличие от обычных проекторов. И вторая штука, это то, что здесь меньше контрастности. DLP проекторы, ну, если мы говорим о бюджетных проекторах, они яркие, иногда даже ярче, чем обычные LED проекторы, а вот контрастности мало. Я специально включал бюджетный LED проектор Full HD-шный, сравнивал с этим проектором, и разница в контрастности есть. Вот видите пример на экране. Ну еще пару моментов, которые я хочу сказать по поводу этого проектора и как его нужно эксплуатировать. Если к нему купить экран, я в прошлом выпуске про проекторы говорил об этом экране, стоит он $20, я его тестировал, кстати, мне удалось его разгладить. И если его поставить прямо, то есть либо перед собой, либо за собой и смотреть на уровне глаз, мы получим намного выше яркость и контрастность. То есть все-таки экран к такому проектору желательно купить, потому что на неподготовленной поверхности при большом размере мы теряем яркость и контрастность, в принципе, как и на любом проекторе.
Что понравилось в этом проекторе? Понравился его дизайн, понравилось то, как они придумали, как это должно выглядеть, что сверху идет тачпад, это все удобно, понравилось, как расположены разъемы, то есть, в принципе, здесь понравилось все. Что не понравилось? Не понравилась продуманность зарядки. Почему сделали такой разъем? Потому что, ну, это как бы неправильно. Если проектор может работать час, то какой он портативный? Что можно сделать за час? Ну, максимум презентацию быструю провести. Фильм будет идти, ну, как минимум полтора часа. Пока 5 минут включить, пока его найти, как бы, ну, на фильм нам не хватит. Поэтому здесь, как по мне, не продумали. Все-таки разрешение для меня лично мало, такого разрешения 1280 на 720, это все-таки низкое разрешение, и если мультики еще терпимо, но фильмы все-таки квадратики мое зрение видит, и не хватило контрастности. Все-таки для домашнего использования я бы взял проектор вот этой же фирмы, но LED проектор, называется VZATCA C3, его, кстати, очень хвалят за эту же цену, если вам нужен проектор для дома, лучше взять его, чем вот такой портативный. То есть условия этого проектора — это не только домашнее использование, если вам действительно нужен портативный проектор, если вы часто ездите в командировке, вы можете сделать себе как маленький телевизор там в любой гостинице, главное, чтобы был интернет, вы можете раздать с телефона его, вы можете использовать как портативную колонку, вы можете брать его опять же с собой на пикник, но опять же, пауэрбанка нет, и заряжать вот таким способом как-то надо будет придумать. Может, какой-то инвертор купить для машины, а разве что так. В принципе, они продаются, и можно с помощью инвертора подсоединить, то есть от машины как-то зарядить его. Я же говорю, минус, что пауэрбанка нет. Это, кстати, очень убивает его всю портативность. То есть это портативный проектор, не совсем домашний. Его можно использовать дома, но за эти деньги для дома можно купить все-таки лучшее устройство. Все функции и принцип работы этой технологии я вам показал. Устройство, в принципе, интересное, и такую технологию сейчас начинают многие бренды продвигать, вот такие портативные проекты. Ну, чтобы смотреть, как ее будут усовершенствовать, и уже будем смотреть, когда покупать и что покупать. Этот бренд мне понравился, особенно модель VZATCA C3, ее очень хвалят, и вот хотел бы взять ее на обзор. По этому проектору выводы делайте сами. Спасибо, подписывайтесь, пока-пока.